Всем привет, с вами Талий Мещуковский, и мы снова что-то делаем в фотошопе. Сегодня я покажу самый простой способ, как добиться стереоэффекта на вашем фото. Перенесемся в фотошоп. У меня есть фотографии, взятые из интернета. Это может быть абсолютно любое фото, но рекомендую использовать фотографии на черном фоне, либо просто вырежьте объект и поставьте его на черный фон, тогда эффект будет смотреться еще интереснее. Как обычно, мы дублируем наш слой, идем в вкладочку «Фильтр», «Размытие» и выбираем «Размытие в движении». Выставляем угол 0 и смещение в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Пускай будет вот такой эффект, окей. После этого к этому слою мы применяем слой маску, берем инструмент кисточка, мягкий край, жесткость на 0, черного цвета и стираем эффект с лица на фотографии. Дальше правый клик мышки по слою, параметры наложения и выключаем любой из каналов, ну допустим красный. И получается вот такой вот интересный эффект. Нажимаем ОК. Дальше вы можете поработать над изображением как угодно, вы можете изменять размытие, добиваться разных эффектов, но также можно взять инструмент кривые и сделать немножечко матовый эффект. Вот таким образом. Как по мне, так смотрится гораздо интереснее. Ну а дальше уже ваша фантазия. Вот, собственно говоря, и все. Вот такой вот элементарный способ, как из обычной фотографии сделать прям шедевр. Если это видео вам понравилось, не забываем поставить лайк и написать об этом в комментариях. В описании под видео, как обычно, ссылки на полезные видеоуроки, а также ссылки на соцсети. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего происходящего на канале. Ну а с вами был Виталий Мещуковский, мы встретимся уже в следующем видео. Всем пока!